Какао с пенкой и манная каша с комочками. Ранний подъем утром и ненавистный сончас днем. Кто из нас не помнит свой детский сад? В нем же остались и первые открытия, первые друзья, а у кого-то даже первая любовь. Миллионы детей посещали дошкольные учреждения в разное время, и армия воспитанников пополняется каждый год. Вместе пойдем сейчас играть, будем вместе. Двухлетняя Полина вот-вот расплачется, но мама умело переключает внимание дочки. Для садика подружки-то есть? Да. Есть подружки, а как зовут у тебя подружек? Малышка ходит в детсад несколько месяцев, и каждый раз расставание самое трудное, выручает воспитатель. Да, Полиночка, пойдем, моя хорошая, пойдем скорее, там девятки ждут. Мы постоянно идем с какими-то впечатлениями, что вот вчера мы мама, например, мороженку делали, рассказывает, или прыгали, или зарядку делали. Только в Тюмени каждый день для ребятни открывают двери более полусотни детских садов, свыше половины для малышей до 3 лет. Все дошкольные учреждения посещают 50 тысяч детей, 3 тысячи из них ходят в ясли. Востребованы в городе и частные садики, которых около полусотни. Дошкольное образование получают также дети с ограниченными возможностями здоровья. В областном центре более 2000 таких ребятишек. Мы поменяли один детский сад, потому что в предыдущем детском саду воспитатель, недостаточно хорошо, скажем так, относился к детям. Там ребенок закричал или там заплакал, сразу же звонят и забирайте. То есть у них терпения никакого нету у самих воспитателей. От того, как мама сама подготавливает ребенка к детскому саду, как сам ребенок адаптируется, как он общается с детьми. Мне даже кажется, это не от общения зависит, это просто от внутреннего, вот от характера. Вот у меня вот первый ребенок очень быстро привык к садику, а у некоторых так долго. Тем временем новый мир предлагает массу интересного. В 85-м детсаду Тюмени ясли посещает каждый 4-й ребенок. Но у молодого воспитателя Олеси Мурзаковой такие малютки впервые. На работу спешит, как на праздник. Они вот приходят утром, меня так обнимают все. Все меня обнимают, целуют. Коленки мои делят постоянно, кому куда сесть. Любовь оказалась взаимной, и большинство малышей адаптировались за пару месяцев. Мы, конечно, учим всему, но элементарно, чтобы ребенок, да, что-то, конечно, все-таки умел. Мы также со всеми, конечно, помогаем в туалет, кушать. Первые дни мы помогали, допустим, кого-то докармливали, чтобы ребенок уже вот пришел чуть-чуть самостоятельным, и ему как-то вот интереснее, мне кажется, даже уже перед другими. А еще добавляют воспитатели, готовьте ребенка к режиму заранее, постепенно перестраивая его время игр и сна, обеда и прогулок. Немного занятных фактов. В Финляндии малышей принимают в ясли с 9 месяцев, при этом один воспитатель на 4 человек, а у 3-летних один на 7. В Германии ясли обычно дороже садиков, но группы часто бывают и смешанные, при этом работают до 3 часов дня, а завтрак дети приносят из дома. А в Италии дети идут в сад с 3 лет. Правда, до позднего вечера, как у нас, находиться там могут только за отдельную плату. В этом смысле нам с вами повезло все же больше. В детсадах региона за последние несколько лет открыто 12 тысяч новых мест, и треть из них для детей раннего возраста. У меня получился шарик. В Тюмени уже этим летом в ясли пойдут более 1000 малышей.